Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с каким настроением вы сегодня вышли чистить снег? Очень с хорошим, бодрым настроением. Мы живем на улице Логойской, 21 дом. Вот с соседями после трудовой трудной недели решили выйти, расчистить себе площадки под машины, нашу дорогу. Поэтому всем дружным коллективом повыходили и делаем свою работу. Это нужное дело? Или это вообще должны только работники ЖКХ расчищать снег? Нет, как бы вообще мое мнение, что каждый, кто имеет и автомобиль, и не только автомобиль, но и прохожую часть, как бы надо расчищать. И не обязательно это быть службами ЖКХ. Очень приятно, когда мы все встречаемся в одном месте, как бы все работают, и мы редко видимся с соседями. Поэтому вот всегда, когда выпадает снег, мы всегда выходим уже не первый год чистить себе и дорогу, и вокруг своих автомобилей. Меня зовут Анатолий Глот. И вы работаете на БелАЗе? На БелАЗе, да, начальником бюро. Вот, работа в основном у меня интеллектуальная, поэтому иногда хочется поработать физически. Поэтому это все в удовольствие, тем более оно приносит пользу. Каждый год этим занимаемся, дружно с соседями выходим и чистим двор от снега. А я считаю, что если есть желание и настроение, почему бы не поработать? И неважно, чья это работа.